Вторая половина февраля – это уже практически весна. Растет не только столбик термометра, но и накал страстей в мировых событиях. Программа «Инфоповод» представляет самые обсуждаемые новости со всей планеты за последние 7 дней. Западная пресса настойчиво прогнозировала вторжение российских войск на территорию Украины в ночь на 16 февраля. Однако ничего подобного не произошло. За последние 2 недели информационная война заставила ведущих европейских политиков приехать с визитом в Москву. На этой неделе прошла встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент США Джозеф Байден во вторник выступил с речью, в которой заявил, что НАТО не собирается размещать на Украине свои ракеты. В среду и четверг представители Донецкой и Луганской народных республик заявили о том, что украинские военные ведут огонь по их территории, а на границе областей скапливается тяжелая военная техника украинской армии. В это время Госдума России предложила президенту признать независимость ДНР и ЛНР. Хотя российская сторона заявила об отводе войск с западного направления в связи с окончанием совместных с Беларусью военных учений, Киев, Европа и США продолжают утверждать, что Россия может напасть на Украину в любой момент. Новая дата вторжения, придуманная западными журналистами, 20 февраля. Вестник Кавказа пристально следит за развитием ситуации. Подробности читайте на нашем сайте в специальном разделе по ссылке в описании. В начале недели азербайджанская сторона сообщила об обстрелах своих позиций в Кильбаджарском и Тавузском районах армянскими вооруженными силами. Эскалация напряжения на границе двух стран начала расти на прошлой неделе, когда армянская сторона неоднократно открывала огонь по азербайджанским населенным и военным пунктам. При этом в четверг на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении подписать с Азербайджаном необходимые документы по строительству железной дороги из Ерасха до Городиза в рамках Зангезурского транспортного коридора. Также на этой неделе стало известно, что депутаты азербайджанского Мили-Меджлиса совершат визит в Ереван 20-21 февраля в рамках заседания парламентской ассамблеи Евронест. Такие мирные инициативы явно противоречат провокациям армянских военных на границе с Азербайджаном. Эксперты сходятся во мнении, что новый конфликт Армения просто не вынесет, и он может обернуться окончательным крахом страны. Поэтому о причинах подобных нелогических провокаций остается только догадываться. Почему? Без понятия, если честно. В воскресенье в Пекине состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022. На этой Олимпиаде были введены 7 новых дисциплин, что позволило увеличить процент женщин, участвующих в соревнованиях. В основном это смешанные дисциплины, а также женские индивидуальные соревнования по бобслею «Моно-боб». На время проведения игр китайские власти сняли жесткие ограничения, не позволявшие до этого выходить в международные соцсети Instagram и Facebook. Я вообще без интернета могу обойтись, в отличие от вас. Поэтому олимпийцы из 91 страны мира могли свободно делиться своими фотографиями и впечатлениями от соревнований. Эта олимпиада поразила спортсменов количеством задействованных технологий. Роботы буквально повсюду. Главным скандалом игр стала ситуация с декабрьской допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Международный спортивный суд в итоге постановил, что Камила может принимать участие в Олимпиаде. Однако давление на нее оказалось таким большим, что она не смогла попасть в тройку призеров. Зато золото и серебро в женском катании взяли россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. Самой успешной страной на этих играх оказалась Норвегия. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в 2026 году. На этой неделе компания SpaceX заявила, что уже во второй половине этого года выведет космического туриста в открытый космос. Миллиардер Джаред Айзекман заказал у компании Илона Маска 3 новые частные миссии, объединенные названием Polaris. Первый полет планируют провести на самой высокой околоземной орбите, на которую когда-либо выходили пилотируемые корабли. На борту Crew Dragon окажется 4 астронавтов, один из которых выйдет в открытый космос. Я пошел!
Это будет первый случай в истории, когда в космосе окажется непрофессионал. Для этого полета SpaceX разработала специальные скафандры для всех членов экипажа, предназначенные специально для выхода в космос. О датах второго и третьего полета миссии Polaris пока не сообщается. Ранее Илон Маск сообщил, что в 2023 году у компании запланирован облет Луны на корабле Starship с японским миллиардером Ясаку Маэдзаву на борту. Кстати, Роскосмос тоже планирует вывести туристов в открытый космос. Посмотрим, кто сделает это раньше. А если вы хотите узнавать самые интересные новости раньше других, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Вестник Кавказа». Оперативно, актуально, эксклюзивно и только для вас. Ссылка в описании. Это была программа «Инфоповод». Интересной вам недели и только хороших новостей. Делайте! Делай-ле! Делай грамм, делай телеграмм, телеграмм, все подписывайтесь на нас!